Ладно, ну хорошо, мы тогда от приятного к неприятному. О рейтинге вузов и о вашем мнении по поводу рейтинга неэффективных вузов, которые вы озвучили. Ну, видите, в чем дело. Я сразу скажу, то, что в России слишком много вузов, и там часто дают плохое образование, я об этом даже спорить не стану, потому что это так, и это известно было давно. К сожалению, в этом рейтинге, пресловутом, шла речь только о государственных вузах, но у нас слишком много частных вузов, где дают некачественное образование. Это очевидно. Государственные вузы открыли огромное количество филиалов, где ты просто утром приходишь, сдаешь деньги, вечером получаешь диплом. Вы знаете, меня ведь разговор с вами интересуют творческие вузы больше всего. Но когда начинают применять критерии эффективности, которые применяют к университетам, к вузам, где готовят актеров, или даже консерваториям, то это, в общем, неточность большая, потому что совершенно другие подходы, совершенно другое количество студентов, соотношение студентов и педагогов, соотношение квадратных метров и студентов, соотношение оргтехники и студентов, там и так далее, и так далее. Поэтому, там, скажем, иностранцев и учащихся, которые являются российскими гражданами. Все это для творческих вузов довольно странно, тем более, что речь шла в этом пресловутом рейтинге неэффективности о вузах с большой историей. Дело в том, что российское художественное образование, оно давнишнее, очень качественное, до сих пор пока в отдельных, во всем случае, сегментах. Оно пользуется спросом за рубежом, потому что... Оно, скажем, пользуется спросом за рубежом? Ну, естественно. Ну, скажем, там, и есть такое священное имя Станиславский, да? Вот американский театр весь сегодняшний поклоняется Станиславскому как божеству до сих пор. И, скажем, в школе-студии МХАТ есть курс, который приезжает из Гарварда. Там есть специальные семестры, которые они должны обучиться в школе-студии МХАТ. Есть качественные, их может быть немного, но вузы, где учат музыкантов, замечательно. И эти музыканты пользуются спросом за границей. Сейчас в Петербурге, сравнительно недавно, была встреча ректоров консерваторий, там туда приехало 300 ректоров консерватории. И они все признали, что, в общем, русское музыкальное образование, оно по-прежнему имеет смысл. Другой вопрос. У нас много теряется. У нас теряется много в нижнем этаже, да? Потому что вы должны понять простую вещь. Сегодня в Китае на фортепиано, по разным подсчетам, учатся играть от 50 до 80 миллионов детишек, да? Угу. Значит, ну, в соотношении к нашим, у нас должно учиться играть на фортепиано от 5 до 8 миллионов детей. Ну, если их там миллиард 400 с лишним, да, то у нас 143-145 миллионов людей. Этого же не происходит. У нас, дай бог, на порядок меньше. У нас меньше миллиона учатся детишек играть. А это все серьезные проблемы. Они будут потом отражаться на более поздних этапах. Но пока еще, повторю, консерваторское образование имеет смысл. И то, что мы снабжаем сегодня музыкантами, так сказать, по-прежнему весь мир... Для меня это открытие, что мы снабжаем весь мир до сих пор музыкантами. В общем, да. Я не могу сказать, что мы снабжаем, может быть, таких первостатейных солистов, хотя они есть. И лауреат конкурса, скажем, Шопена, милейшая барышня, которая живет в Брюсселе при этом. Они живут по миру, но это люди русского происхождения, получившие образование еще в России. И таких детей, в общем, немало. Но, естественно, все будет не улучшаться. Но вовсе не по тем рейтинговым показателям, которые предложило Министерство образования. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».